Приветствую уважаемых подписчиков и гостей нашего канала. Перед просмотром ставьте лайк, подписывайтесь на канал и не забывайте нажимать на колокольчик. Как стало известно, информационное агентство Prime Crime, в Ереване на 85-м году скончался старейший армянский вор в законе Ваник Терпогасян. По нашим данным, с 1953 по 1988 годы уроженец Еревана Ваник Терпогасян был судим 9 раз, в том числе за кражи, сопротивление власти и бандитизм. До окончательного переезда на родину несколькими годами ранее, Ваник долгое время проживал в Астрахани. Похороны Ваника могут активизировать армянский воровской мир. Напомним, ровно 6 лет назад в Ереване под эгидой Шакра Молодого состоялась крупнейшая за последние два десятилетия сходка на постсоветском пространстве, решение которой до сих пор определяют уклад в воровском мире. После ухода Ваника Терпогасяна действующими ворами, в законе его поколения остаются владикавказец Эльбрус Гагичаев, ленинградец Валентин Гудевский и москвич Искутаиси Давид Пахуридзе.